Я вас приветствую, друзья. Мы снова вместе. Май месяц, 19-й год. Ну, хотя он начал, тяжело начался май для Израиля, но не будем о плохом. Не хотят, братва, жить в мире. Но мои пацаны предупреждают. Так что лучше наливать, чем закапывать. Всем удачи, здоровья. Всех, кто родился в Советском Союзе, с Днем Победы. Всех, кто родился в ДНР, 5 лет провозглашается независимости ДНР. Так что одни праздники в мае. Жара, 35 сегодня, но мы еще держимся, пробежимся к морю и посмотрим вместе, что интересного всегда увидим вместе. Пока, друзья, до новых встреч, летопись продолжается и к морю, как всегда. Вперед, товарищи!